Всем большой привет! Продолжаю экспериментировать с окрашиванием яиц натуральными красителями. Сегодня попробуем получить зеленый цвет с помощью крапивы. Многие уверяют, что это сделать легко и просто. Ну что же, проверим и посмотрим. 30 граммов сухих листьев крапивы высыпаем в кастрюлю. Заливаем их 1 литром воды комнатной температуры. Закладываем туда белые яйца такой же температуры, как и вода. И отправляем на умеренный огонь. С момента закипания варим яйца 10 минут. Несмотря на то, что отвар за это время хорошо окрасился, яйца остались практически белыми. Но мы не сдаемся. Выключаем огонь и оставляем яйца в отваре на ночь. Прошло 12 часов. Как видим, отвар стал еще темнее. А вот яйца, к сожалению, так и не покрасились. Выкладываем их на салфетку и даем высохнуть, в надежде, что это им как-то поможет. Например, как в случае с окрашиванием яиц чаем каркаде, где цвет до высыхания и после абсолютно разный. Но в данном случае чудо не произошло. Обещанный зеленый цвет так и не получился. Чтобы увидеть хоть какой-то результат своих трудов, сравним больше всего окрашенное яйцо с неокрашенным. Разница, конечно же, есть, но видеть яйца грязно-зеленого цвета на пасхальном столе, думаю, вряд ли кому-то захочется. Как я красила яйца ромашкой, можно посмотреть в подсказках, ссылка также есть в описании под видео. Если вам понравился мой эксперимент, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.